8-летняя Арина Русских ходит в школу не только за пятерками. По словам девочки, в классе гораздо теплее, чем дома. Отопительный сезон в Благовещенске начался 29 сентября. Но Арине и ее маме Светлане до сих пор приходится основательно утепляться. Температура в квартире семьи Русских ниже 20 градусов, хотя обогреватель здесь работает сутками. Управляющей компании у новой гостинки пока нет. К кому обращаться по проблеме с теплом, жители не знают. Мерзнем, обогреваемся обогревателями. Киловатт у нас 5 рублей стоит. Сильно-то не обогреваемся. Как будто уже это все в копеечку обходится. Дома холодно, ребенок уже простывать начал. За 4 дня отопительного сезона в отдел устойчивости тепловода и электроснабжения городского управления ЖКХ благовещенцы обратились около 50 раз. Сообщают о низких температурах и холодных батареях. Коммунальщики говорят, к отоплению подключены почти все благовещенские дома. Продолжаются режимно-наладочные работы. Специалисты проверяют давление и температуру воды в трубах, регулируют систему отопления домов. Проблемы с теплом, поясняют коммунальщики, могут возникать из-за мелких поломок, но устранять их самостоятельно жителям не рекомендуют. Сальники бегут на арматуре, дренажи где-то не закрыты, где-то парит. Нам бы хотелось, чтобы жители нам сообщали эту информацию. Многие жители начинают звонить. У нас не греет там одна батарея в комнате, там еще что-то. Это, скажем так, такие вопросы, которые в первую очередь они должны сначала отработать со своей управляющей компанией. Может быть, соседом на 5-м этаже спустить воздух. В случае обнаружения неисправности можно обращаться в единую диспетчерскую службу Благовещенска, в Амуртеплосервис или в управляющую компанию. Регулировать систему отопления коммунальщики закончат к концу этой недели. После этого, по словам специалистов, теплая погода придет во все благовещенские квартиры. Василина Садовенко, Кирилл Захаров, Альфа-Новости.